пластиночки на 78 оборотах. Песня называется «Письмо малышки». Ну, то есть папа сидит в городе, а малышка на даче, и приходит письмо. Вот представьте, что вы папа, а вашей дочке лет там 6-7. И такое письмо приходит. Папа, привет, мы скучаем без тебя. Лето идет к концу. Миленький папа, гром отгремел, наступила темнота, в небе так много звезд, как никогда. Вот бы найти мне большой-большой коралл, он самый дорогой камень на свете, бабушкин дом очень сильно постарел, в роще за речкою много птенцов, в теплом пруду можно плавать целый день, я уже могу глубоко нырять и ни капли не боюсь. Чуть подросла на пригорке наша ель, мы ее с тобой в город увезем и нарядим в Рождество. Это письмо я пишу почти сама, а в сентябре пойду осенью в школу. Папочка наш сел в халате у огня и дочитала письмо от Эленор.